как с холма думаешь, блядь, нас отпустят? Уже отпустил. Понял, блядь. Коряк взять для быстрого флика. Что он делся? Он за дропом, что ли? А, аирдропу, да. А я его не вижу. Нету аирдроп пусто, пусто аирдропа, я его чекаю. Он еще не... Бежит, да, к аирдропу бежит слева от аирдропа перед камнем. Ты убил его? Нет, это другой. Точно? Ну тот ты спрятался. Я не вижу, чел, я далеко от тебя. Ты пушишь, блядь, невидимку? Я б здесь... А, точно, нам бежать. Вижу того мужика. Он слева, он слева, он слева. Блядь, я не знаю, как объяснить. Вот тут, короче, на 50. Был. По-моему, за камнем. Или мне показалось опять. По-моему, ты... вот он прям здесь, по-моему, за камнем вот этим. Разве нет? Один чел в кемпе сидит. Чел над... Понял. Это он. Это не он. А, это он? Не чел, знаю. Надо бежать, но... Я же не могу просто так побежать. Короче, я шлепнул, но не вряд ли попал. Надо бежать. Перед нами. Ну что поделать, я в зоне бегу прям. Пизда. Пизда слева ёбнул этот мудила. Блять, братан, еще перебежать надо. Перед нами чел в доме. Вот перед этим, а мне захиляться. В каком доме перед нами? Ну где-то в этих домах чел, я не знаю, инфы нет. Сидим. Мы без права вообще на холме. Да сидим. Может и на холме быть. Ну все, молимся. А вот здесь мы не умираем вроде. Или умираем. Духом занимать. Мне лучше чел слева, чем справа. Справа ты меня разъебут быстро, а слева ты вряд ли. Топнул. Братан, мы вдвоем здесь вообще не уместимся. Холм будем занимать? Пока я посидел бы. Вон туда, вон, камни. Сейчас, подожди, мне перезарядка. Тут камень вижу, но до него чел. Да, у меня есть смоков, к сожалению, нет. Готов? Подожди. Нет. Время, время есть. Нет времени, лучше ну, тогда, ну тогда получается, давай. В этом доме 100 пудов мудила. Блять, так... Макси как никогда не мудила. Я вправо-лево, братан, вправо-лево. Аккуратно здесь, на холме уже могут быть. Чел, вижу, перед нами... Занял, занял, занял. Все, мы на холме, мы похуй. Нам похуй, мы на право, холме. Чел, за камнем, хилит. Голову сломал. Вижу, слева был мужик. Убил мужика близко. Ну не близко, а короче... Блять, задним камнем тоже тяжело. Короче, я лево пытаюсь пикать, ты право, получается, себя с руки хотя бы. Скажешь, если бы я могу подвинуться. Ну, потом, только не сейчас, когда увидишь кого-нибудь. Блять, еще в доме еще может быть мужик. Прям в окне. Может, но вряд ли. Он бы нас уже давно разъебал. Так, все, значит, тут можно аккуратно там. Ну давай я немножко могу тебя влево. Ну 2 на 2, я понял так. Да давай потихой, без хуйни. Блять, руки почешу, все, заебись. Куда нам бежать, кстати? Вот там дерево есть. Давай только давай как-нибудь разные, что ли, деревья займем. Подожди, я хочу пометить. Чел, нам если что-то занимать разные деревья, так же заранее предлагаю. О, ну, видишь, камень я пометил. Мы туда хуй побежим. Они ж у них ХГ будет, сука. Не, просто... Ну бежим, короче, если увидим их бежащими, мы побежим тоже. Не будем стрелять. Угу. А если мы, они как мы, ну, то есть, у меня ноль. И мы, скорее всего, и умрем по такому. Я, короче, сразу скалаш беру, не похуй на расстояние. Тут только скалаша. Братан, секунда. Но мы можем зоной прям побежать. Бежим зоной, брат. Это ты? Это флешка. Вижу, вижу, слева камень, камень 320. Дал в тело, один бежит. Одного повалил, другой там. Ебать мы команда, я хуе, ему в жбан дал, ты прикинь, одной пули тупо с корешка. Блять, сука, есть еще. Их, ты не потанцевал. А, не потанцевал. Блять, есть еще порох в пороховницах, а? А? Я в жбанчик, и ты, блять, гранаточкой. Просто в одну секунду, блядь. Ботов разъебали просто как цари.
Все, но это, да, да, сохран...